Всем добрый день. Сегодня 3 января 2024 года, среда, город Харьков, на улице минус 7. Сейчас на улице ясная и солнечная погода, без осадков. Солнышко сегодня встало в 7 часов 33 минуты, зайдет солнышко в 15 часов 45 минут. Долгота дня сегодня 8 часов 12 минут. Ну что, вот и пришли к нам морозы. Сейчас по ощущениям, ну никак не минус 7. Вот земля полностью замерзла, где-то минус 12, может быть даже больше. Сегодня в течение дня температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет 2 градусов мороза завтра к утру. Будет без осадков, небольшой прохладный ветерок и влажность 88%. Всем добрый день! Погоду я вам сегодня показала. К нам пришли морозы. Холодно. Утепляемся как можем. И такая тенденция в течение вот этой недели будет минуса. Причем минуса будут доходить до минус 15 градусов. Ну, не хотелось бы, но ничего мы не сделаем. Январь месяц, зима. Будем как-то выкручиваться. Дочка отдыхает на каникулах, высыпается, а я вместе с ней высыпаюсь. Потому что усталость дает о себе знать. Скачет давление, это от недосыпа, вот этих вот постоянных просиживаний до 0 часов, до часу ночи, это, конечно, не очень хорошо. Поэтому вот пока есть возможность у нас до 15 января отдохнуть, будем отдыхать. Полина мне помогает, немножко мы там убираем туда обычно, куда не доходят руки в течение вот. Ну, то была консервация, то готовка, то еще что-то. Ну, в общем, есть места, где нужно сейчас убрать. Несмотря на новогодние праздники, должно быть чисто. Чтобы не возникало вопросов, что у меня на лице, ну, это вот моя аллергия. Я с этим ничего не сделаю, периодически она вылазит. А сейчас идут вот холода, это может быть еще больше, потому что кожа очень сильно реагирует. Поэтому это, ну, ничего я с этим не сделаю. Закрашивать не хочу, честно скажу, потому что это тоже не очень хорошо. Если я закрашу, оно никуда не денется, но и не пройдет, так скажем. Мазать сильно тоже не вариант. Может еще больше раскидать. Ну, в принципе, я вам все рассказала, не буду никого задерживать, пойду тоже заниматься делами, дел много, каждый день что-то накапливается, что-то надо переделывать, я думаю, кто живет в частном доме, прекрасно это знает, да, и кто живет в квартире, всегда находится работа. Ну что, всем я желаю сегодня вот такого классного солнечного дня, правда, без такого крепкого мороза, как у нас. Ну, конечно, не минус 30, но тоже приятного мало. Позитива, мира, добра, благополучия и всего хорошего. И всем пока. До завтра.